Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Число 6 этого имени символизирует высокую нравственность, подлинную доброту, а также красоту, гармонию и любовь. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Негативные качества – тревога и беспокойство по пустякам. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Активизирует воображение. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.